Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему гражданства Сан-Марино. Несмотря на то, что национальной валютой республики является евро, Сан-Марино не входит в Шенгенскую зону и Европейский Союз. Последний факт не мешает ее жителям свободно путешествовать и даже проживать в других странах Европы. Получить гражданство одного из самых маленьких государств мира можно по натурализации и по праву рождения. Власти республики внимательно проверяют всех заявителей на момент судимости в прошлом. Поэтому, если у потенциального кандидата обнаружатся дела даже закрытые, шансы в отказе на гражданство могут увеличиться. Способы получения вида на жительство в Сан-Марино – это через открытие бизнеса и инвестиции. Рассмотрим с вами преимущества гражданства Сан-Марино. Это посещение европейских стран без визы и возможность проживания в любой из них. Также относится безвизовый въезд в Великобританию, США, Канаду, Новую Зеландию, большинство стран Латинской Америки и Китая. А также проживание в одной из самых безопасных стран мира. Бесплатное пользование качественной медициной, выгодные налоговые условия, особенно для физических лиц, и бесплатное обучение. Друзья, если у вас остались вопросы, обращайтесь по указанному номеру телефона. На этом у меня все. До новых встреч!